Apple Push Services и как их повязать к Firebase Cloud Messaging. Первонаперво вам нужно в Firebase создать Bundle ID, который совпадает с названием проекта на стороне Apple. То есть мы идем в Project Settings и создаем приложение iOS, выбираем, пишем Bundle ID. Вы можете использовать точно такой же, как и для Android. Не нужно их называть по-разному. После этого вам нужен такой же Bundle ID, чтобы был создан на стороне Apple. То есть мы идем в сертификаты, идентификаторы и профили. После этого мы нажимаем под идентификаторами плюс кнопочку и выбираем Apps ID, то есть ID приложения. Выбираем приложение, не App Clip. Дальше мы вводим тот же Bundle ID, который мы использовали для того же приложения на стороне Firebase. После этого мы создаем APN Certificate. То есть мы также на стороне Apple идем в сертификаты, нажимаем плюс, выбираем Apple Push Notification Service SSL, Sandbox and Production. Потом мы выбираем соответствующий App ID. В моем случае это Net Thank You Quotes. После этого мы выбираем the Certificate Signing Request, который должен быть создан на вашем компьютере. Скачиваем. Заходим в Keychain Access, то есть ключи, и находим этот сертификат, чтобы сконвертировать его в P12. И это очень важно, потому что без этого вы его не импортируете. То есть мы экспортируем его, называем соответствующим образом. В моем случае это NetThank You Quotes APN Certificate. После этого мы никакого пароля сюда не вписываем. И теперь нам нужно импортировать этот APN Certificate на стороне Google. Опять идем в Project Settings. И после этого идем в Cloud Messaging tab. Потом вниз прокручиваем и ищем второй вариант, то есть APN Certificates. Нажимаем «Загрузить», выбираем сертификат, нулевой пароль в моем случае. И, собственно, мы загрузили этот сертификат. Сейчас Firebase может оповещать сторону Apple о push-нотификациях. Спасибо.